Теза 4169 – премиальная лента для разметки в помещениях и на улице. Основные места применений – опасные зоны, складские помещения, разграничение для дистанцирования посетителей в общественных местах, маркировка стен, в редких случаях упаковка. В отличие от конкурентов, которые используют каучуковый клей, компания Теза применила более стойкий. Акриловый. Он способен работать при низких и высоких температурах. Не боится воздействия влаги, бытовой химии и углеводородных растворителей типа бензина и масла. 4169 устойчиво к старению и выцветанию от ультрафиолета. Длительное время остается яркой и эластичной. Клей отлично работает на самых разнообразных поверхностях. Металл, пластик, стекло, бетон и дерево. Адгезия составляет 1,8 ньютона на сантиметр. Акриловый клей на водной основе не источает неприятный запах, который свойственен синтетическому каучуку. Основа выполнена из мягкого ПВХ, который отличается высокой прочностью и гибкостью. За счет мягкости лента способна подстраиваться под неровные поверхности. Растяжение при разрыве основы составляет 200% от начальной длины при воздействии в 30 ньютонов на сантиметр. Основа устойчива к истиранию, выдерживает постоянное воздействие от обуви и колес погрузочной техники. Общая толщина составляет 180 микрон. Поставляется в черном, белом, синем, желтом, красном, зеленом и черно-желтом цветах. А также есть прозрачный вариант. Размер рулона 50 мм на 33 метра в индивидуальной упаковке. Заинтересовались? Добро пожаловать в комментарии или ко мне на почту. Я отвечу на все интересующие вас вопросы.